Ну, давайте честно. Мы в Минске заседаем в трехсторонней группе, и там есть представители, мы их называем сепаратисты. Да? Представители, значит, вот этих товарищей сепаратистов. И они как бы жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей, жителей оккупированного Донбасса, интеллигентных людей, сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов, потерявшие там свою там, дом, недвижимость, близких. Они живут сегодня на территории, которую контролирует независимая Украина. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день. Я вам больше скажу. Компания, в которой работал до президентства, студия «Квартал 95», значит, она, в ней очень много людей. Огромное количество людей, которые жители оккупированного Донбасса. Я, кстати, вот начал, эта мысль убежала. Да, мало того, вот в станице Луганской, там в Золотом Петровском, где мы разводили, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, которые работают, у них там квартира, к примеру, в общем, на оккупационной части, а работают они в школе у нас в Украине. И, или наоборот. И таких, вы знаете, я вам скажу честно, вы приедете, я вам лично вот покажу. Ну, только чтобы реально, не как ваши, ну, там есть там товарищ Соловьев, весело вещь, говорит там в Москве, что происходит. А я всегда говорю, а вы приедете, вот прям, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, я думаю, туфли там, что там, бревни или что там, не запачкает человек. Вот, и мне кажется, это важно, очень важно все это ощущать и понимать.